Предновогодняя пора – время добрых дел, поэтому в преддверии праздника в Тринити-парке провели благотворительный фестиваль. Это тот формат, который объединяет много разных партнеров. И была идея сделать такое пространство, где каждый может представить те добрые дела, которые он умеет и каждый целый год делает. Такое подведение итогов разных фондов, общественных организаций, мастеров и артистов. По идее организаторов штаба городских инициатив Тринити-парка, благотворительного фонда «Рождественская звезда», щелковских юнормейцев и клуба «Ровесник», территория в 1000 квадратных метров на один день превратилась в сказочный город добра. Приобрести изделия ручной работы на любой вкус, обменять прочитанную книгу на другую, посетить интересные интерактивные зоны, конкурсы и музыкальные площадки, заглянуть в игротеку щелковского клуба «Ровесник» и, конечно, помочь тому, кому необходима поддержка, в этот день смог каждый. На фестивале каждый может найти себе занятия по душе. Здесь столько всего интересного и даже работает почта Деда Мороза. Здесь можно написать, оформить и затем отправить письмо бородатому волшебнику. А еще любой желающий смог своими руками создать предметы прикладного искусства. В последнее время стало востребовано вот это вот, что человек хочет, во-первых, что-то сделать руками, развивать творческую способность. В перспективе и дальнейшее проведение подобных мероприятий в Тринити-парке, но фестиваль «Время добрых дел» стал хорошим началом. Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.